Здравствуйте! Сегодня я приготовлю очень вкусные и сытные лепешки с картофелем. Мне потребуется мука, яйцо, разрыхлитель для теста, соль и кефир. Это не должна быть пахта или какие-то заменители. Самый лучший ингредиент – это кефир. Для начинки картофель, который у меня уже варится, укроп, молоко. И для аромата в картофель за 10 минут до готовности я добавляю лавровый лист. Приступим к замешиванию теста. В миску всыпаю муку, вливаю кефир, вбиваю яйцо, добавляю соль, разрыхлитель для теста и перемешиваю. Когда тесто немного загустело, насыпав на стол муку, выкладываю тесто и вымешиваю до нужной консистенции уже на столе. Тесто у нас должно получиться не очень тугое, эластичное и податливое. Хорошо вымешанное тесто кладем на стол для отлежки и накрываем миской. Тесто у нас должно полежать 15-20 минут. Для начинки мелко нарублю укроп. Жесткие стебли откидываю в сторону, они нам не нужны. Картофель сварился. Сливаю воду, как обычно, и толку пюре. Добавляю подогретое молоко. Всыпаю нарубленный укроп, хорошо перемешиваю и ставлю немного остывать. Тесто хорошо отлежалось, немножечко стало слабее. Я его слегка подмешиваю. Оно становится тягучее. Это благодаря кефиру. Разрезаю тесто сначала пополам. Делю еще на несколько частей. На припудренную мукой поверхность стола выкладываю колобочки теста. Колобочки делаю размером с небольшое куриное яйцо. Каждый колобочек теста раскатываю в лепешечку примерно 0,5 сантиметра толщиной. Уже можно поставить сковороду с растительным маслом греться. Масло наливаем 2-2,5 сантиметра и начинаем делать лепешки. Картофель у нас остыл до теплого состояния. Раскладываю на лепешки. Делаем по такому же принципу, как и обыкновенные пирожки. И защипываем. Пирожок сначала приплющиваю руками, затем осторожно раскатываю скалкой до толщины, также примерно 0,5 сантиметра, чтобы тесто растягивалось и начинка распределялась по всей площади лепешки. По такому же принципу делаю остальные лепешки. На хорошо разогретом масле жарю. В каждую лепешечку положить чайную ложечку фарша и сформировать пирожочки. Взбитым яйцом и отправляем в разогретую духовку выпекаться. Пирожочки готовы, мы их вынимаем из духовки. Варим лепешки с двух сторон. Когда лепешки становятся красивого золотистого цвета, перекладываем на салфеточку, чтобы салфетка впитала лишний жир. Несмотря на то, что я раскатывала каждую лепешечку толщиной
5 мм, они получаются вот такие пышные. Приготовить такие лепешки очень просто, а съедаются они так быстро. Приятного вам аппетита! Здравствуйте! Сегодня я буду жарить пирожки по рецепту моей бабушки. Для теста этих пирожков мне потребуется сыворотка. Я делала творог, и осталась сыворотка. Я ее никогда не выливаю и всегда на ней делаю пирожки. Майонез, дрожжи, сахар, соль, водка, мука. А для начинки грибы, лук, капуста, подсолнечное масло. И жир для фритюра для обжарки пирожков. Замешиваю тесто. В большую миску выливаю сыворотку, ни в коем случае не горячую, теплую. Добавляю сюда дрожжи, крошу их. Сахар. Щепотка соли, водка, майонез. Раскрошу немного дрожжи. И теперь постепенно я буду всыпать муку, замешивать тесто. Пара для этого теста не нужна. Замешиваем тесто и все. Когда в тесто добавляется водка, пирожки получаются более хрустящие и более румяные. Вымешивая тесто, я руку немного поливаю подсолнечным маслом и продолжаю вымешивать. Тесто должно отходить от руки, и вот такое вот мягкое и эластичное должно получиться. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место подходить. Займусь начинкой. Нарезаю капусту. Чтобы капусту было удобнее закладывать в пирожки, я ее еще посеку немножко. Грибы нарезаю как можно мельче. Режу мелкими кубиками лук. Лук обжариваю на растительном масле. К луку добавляю капусту. Перемешиваю. Накрываю крышкой и тушу до полуготовности. Периодически помешиваю. Добавляю грибы. Перемешиваю. Солю. Перчу. Еще раз перемешиваю, накрываю крышкой и довожу до готовности. И не забываю периодически перемешивать. Начинка готова, я ее чуть остудила. Сейчас буду заниматься формированием пирожков. Тесто подошло, ему достаточно подойти один раз. Я его обминаю, беру по небольшому кусочку теста, выкладываю на доску, наливаю немножечко растительного масла. От куска теста отщипываю небольшие кусочки, обволакиваю в подсолнечном масле. Каждый кусочек разминаю в лепешку, накладываю начинку и формирую пирожок. Хорошо защипываю края и выкладываю на пергамент защипом вниз. Пока я формирую пирожки, я поставила растапливать жир для фритюра. В хорошо разогретом жиру обжариваю пирожки с обеих сторон до готовности, до золотистого цвета. Я пирожки выложила на бумажное полотенце, чтобы питался лишний жир. Посмотрите, какие получились. Красивые, румяные и вкусные. Приятного аппетита! Добрый день! Сегодня мы будем готовить пирожки не обычные, а хрустящие, с двумя начинками. И выпекать их будем в духовке. Нам понадобится вода, растительное масло, вареное и сырое яйцо, мука, капуста, лук, морковь, яблоко, лимон, корица, сахар. Приготовим тесто. Воду смешиваем с растительным маслом и солью. Всыпаем муку и замешиваем эластичное тесто. Тесто накрываем полотенцем и ставим отдыхать. А за это время приготовим начинку. Лук нарежем соломкой. Морковь натерем на крупной терке. И обжарим на растительном масле. Мелко шинкуем капусту и добавляем к обжаренным овощам.
Жарим все вместе до готовности. Соль, перец кладем по вкусу. Готовую капусту перекладываем в емкость и добавляем рубленые яйца. Приготовим сладкую начинку. Яблоки очищаем от семян и кожуры и натираем на крупной терке. Яблоки поливаем лимонным соком, добавляем сахар и корицу. И хорошо перемешиваем. Готовую начинку откидываем на сито. Это мы сделали для того, чтобы убрать лишний сок. Для разных начинок мы делим тесто пополам. Тесто делим на маленькие кусочки и раскатываем каждый в тонкий пласт. На раскатанное тесто выкладываем начинку и заворачиваем трубочкой. Оставшимся тестом и начинками весь процесс повторим. Пирожки смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую духовку выпекаться. Хрустящие пирожки готовы. Я желаю вам приятного аппетита! Алло? Привет, сынок! Все хорошо, спасибо. У тебя как? Да? Собираешься ко мне приехать? Чудесно! Через часик. Ну давай, до встречи. Пока. Только что сын позвонил. Приедет ко мне в гости. А у меня как раз есть все для его любимых шанежек. Сейчас я быстренько их сделаю. Так, нам понадобится мука, творог. Для начинки фарш. Есть у нас тут яйца. Разрыхлитель. И, пожалуй, жареный лучок. Ну и, конечно, перец, соль. Все уже готово. Быстренько замешу тесто. Творог смешиваем с мукой. Яйца. Перемешаем. Добавим разрыхлитель. И все тщательно вымешиваем. Тесто должно получиться мягким, потому что там есть творожок. Надо не забыть 2 столовые ложки масла. Ну, а дальше я, пожалуй, буду работать руками, поскольку тесто любит тепло рук хозяйки. Выложу его на доску. Припорошу немножко мукой, чтобы не липло к рукам. Тесто мягкое, такое приятное на ощупь. Тесто уже готово. Займемся фаршем. Добавлю соль, перчик, и у меня есть уже готовый поджаренный лучок. Ну вот, в принципе, и начинка готова. Сейчас буду раскатывать тесто. Присыпаю мукой наше тесто и буду раскатывать. Вверх тесто разложим начинку. И начинаем закатывать. Вот у нас получился такой рулет. Теперь будем нарезать уже на готовые шанишки. Возьмем сначала половинку и будем вот так резать.
В разогретую сковородку наливаем масло. Масло должно хорошенько разогреться. Кладу шанишки в сковородку и обжариваю с двух сторон. Шанишки стали такие пухленькие, что бока не очень хорошо прожаривались. Поэтому я их взяла и поставила еще на боковинки прожаривать. Вот так вот. Перекладываем шанишки на салфеточку, чтобы стек жир. Посмотрите, какие румяные получились. И я, по-моему, управлюсь даже раньше, чем через час. Привет, мое солнышко, проходи. Нет. Раздевайся. Я побежала ставить чайник. Мои любимые шанечки. Спасибо, дорогая. Пробуй. Спасибо. Вкусно? Какая прелесть. Вы порадуйте своих близких такими вкусными шанишками. Приятного всем аппетита. Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами одним замечательным рецептом пирожочков к бульону из моей кулинарной копилки. В качестве начинки для этих пирожочков подойдет любое отварное мясо, перекрученное на мясорубке. К мясному фаршу нужно добавить обжаренный лук. Сейчас мы его нарежем. И обжариваем на растительном масле. Лук нужно обжарить до золотистого цвета. И добавляем в фарш. Перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Начинка для пирожочков готова, и теперь мы приступаем к изготовлению теста. Для этого нужно нагреть молоко. Молоко должно быть горячим, но не кипящим. В горячем молоке мы распускаем дрожжи. Дрожжи должны полностью раствориться в молоке. Растапливаем масло. Растопленное масло мы выливаем в миску, вливаем молоко с дрожжами. Добавляем соль по вкусу. Муку всыпаем небольшими порциями, размешивая ложкой. Тесто домешиваем руками. Тесто мы замесили, тесто должно быть мягким, как мочка уха. Тесто делим на несколько частей. Из теста делаем колбаску и режем на кружочки. Каждую лепешечку нужно тонко раскатать и в каждую лепешечку положить чайную ложечку фарша и сформировать пирожочки. Смазываем пирожочки взбитым яйцом и отправляем в разогретую духовку выпекаться. Пирожочки готовы, мы их вынимаем из духовки. Приготовьте пирожочки по моему рецепту, и я уверена, что вы их занесете тоже в свою кулинарную копилку. Желаю вам приятного аппетита!